Цель нашей рабочей поездки – это очное, что называется, с руководителями нашего сетевого подразделения в Бийске обсудить, как мы проходим текущий ОЗП и рассмотреть подготовку к реализации нашей ремонтной программы, инвестиционной программы, которая в этом году там, на 40% в денежном выражении больше, чем в предыдущем году. Это существенные объемы. Если есть желание там, у общественников, у жителей, у потребителей города Бийска как-то более подробно узнавать о ходе реализации, что мы делаем, как говорится, милости просим, мы открыты, готовы встречаться, показывать и на наших объектах. Если наши потребители будут помогать нам в чем-то, подсказывать, как и где нам действовать и работать лучше, будем только рады.